Сколько будет?
парней? 2 года или 20? 2. Меня мама снимет. Смотри, у тебя 15 минус 4. Сколько будет? 8. 11. Получилось 16. Вперед. 15? Да. Так. Я против числа пишу. Хорошо, пишите. Пишите, как привыкли. Так. Кто у меня вперед напишет примеры? Там ему дам еще одну звездочку. Старочка, на следующей строчечке, пожалуйста. Да нормально пойдет. Просто не вот так вот аккуратненько зачеркиваешь, потом сотрешь вот сюда. Пиши примерчики. Хватит учиться считать. Да? Так. Молодец. Так, подожди, я еще не сдала. Давай. На вычитание что-то получилось, 37. Ярослава. Тоже 3 штучки. Так? Хорошо. Ярослава, знание. Так, слежу за посадкой. Да, выключаем мобильник. Так, смотрим.
Я не тебе. Смотрите, у нас здесь 10 палочек. Убираем 7. Вместе со мной считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3. Вот так вот, ребят. То есть у нас 20 минус 17 равно 3. 3. Все верно. Плюс это счет раз. Тему поняли? Да. Отлично, сейчас будем отрешивать. Так. 2, 3, 97. Откладывайте на край карты, пожалуйста. Давай 5. Отлично. 2. Хорошо. 20 минус 17, ребят. 3. 20 минус 19. 1. Правильно. Молодец. Ариша,